Здравствуйте, меня зовут Елизавета, и сегодня мы с вами проведем вечер с гитарой. Совсем скоро приближается уже праздник Великой Победы, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. И ближайшие три видеоурока мы с вами будем разбирать песни, так или иначе причастные к этому празднику. Итак, первая песня у нас будет песня Виктора Цоя, которая называется «Кукушка». Давайте мы ее с вами разберем. Для начала давайте мы с вами разберем аккорды. Итак, в этой песне довольно непростой квадрат, что в куплете, что в припеве. У нас с вами бой восьмерка. Итак, первый аккорд в куплете у нас. Это ми минор. Дальше аккорд соль мажор, ре мажор. А дальше у нас идет разбитый бой ля минор, опять ми минор. Смотрите, как это звучит. То есть первые три аккорда у нас не бьются. Дальше у нас получается. И еще раз. То есть у нас получается такой зацикленный бой. То есть с какого аккорда мы начали, таким мы и заканчиваем. Это у нас куплет. Припев у нас тоже... разбитый аккорд, разбитый бой, точнее, только разбивается он на первых двух аккордах. То есть у нас получается припев ре мажор, до мажор, ми минор. Первые два аккорда разбиваются, то есть... весь припев. Давайте попробуем подпеть сначала куплет, потом припев, а потом споем всю песню вместе. Итак, для вступления я пару раз сыграю аккорд ми минор. Споем целиком песню. Thank you.
сегодня мы с вами провели вечер с гитарой, выучили такую замечательную песню. До свидания и до скорых встреч!